Здравствуйте. Владимирочка, вы просто не делаете. Расскажите, что вас беспокоит? Спина. Сидеть мне больно, лежать мне больно. Наклоняться? Ну, да. И пальцы не имеет. А давно ли это у вас происходит? Давно. А шейка как себя чувствует? Ну, вот я мне сказала, что она болит. Просто я не могу прямо сидеть, положенный человек. Вот я сижу и... Это ясно, а шейка? Крутится вправо, влево, по кругу. Ограничения есть? Мне не больно. А сейчас спина болит? Да. А где болит? Просто не вижу. Вот здесь, вы знаете, как током. Когда муж это, как массаж делает, мне как током пробивает. Угу. Ну, это у вас какого мультика этот ежик? Это советский мультик, да? Ежик в тумане, может? Ну, возможно, возможно. Снимайте очки ежика и ложите на лавочку. Давно у вас это болит все? Да. Сколько? Ну, не знаю, года три, наверное. Расстегивайте пуговку. А что ж вы нигде не лечились? Ну, я раньше в деревне жила. Мы сюда только недавно в Азовский район переехали. Поэтому как бы не до этого было. Азовский район – это очень хороший район. Я в Азове был, там чистый город. Крепость. Вы были на крепости? Нет. Надо. Вы что, ложитесь. Живете там, и на крепости не были. Там ручки продаются памятные, всякие азовские. Так, надо найти быстро. Найдете быстро. Так, это ясно. Что дает боль человеку? Какой позвонок? Или два их? Или сколько? Ну, здесь. Ух ты. Тут интересно. А это вообще что? Вот это что? Вы смотрели, что это? Я не понял. Я понял, что вот так. Он вообще вышел. Так, а ну-ка пальчик сюда поставь, вот прям, вот только это мягче, вот так, прям вот так. Угу. Потерпите чуть-чуть, хорошо? Угу. Чуть-чуть еще. Угу. Держишь? Угу. Ну, он себе дальше не давай, что почти. Лучше, но почти. Расслабить. То, что вы приехали в Азовский район, я понял. А откуда вы переехали? Там что, негде было лечить? Нет. Там деревня. Я, знаете, с удовольствием бы уже в деревне пожил. Там так спокойно. Это был ударно-волновой способ, да? Пробивали там. В верхней части, и здесь позвонок на место остановился. Я правильно поняла? Мы сейчас совещаемся. Да. Ну, да, ну. То есть волна идет вниз и ставит позвонок на место.
Абсолютно. А кто был ударный вакуум, например, не знаю, как красиво называлось. Мне запущено страшно. А тут броня. Броню мы уберем. Так, глубокий вдох, что он выдох. А вы уколы для чего кололи в булочки? От чего? Антибиотики. Для чего? Кашель у меня был. Угу, глубокий вдох, выдох. Еще раз глубокий вдох, выдох. Ртом вдох, выдох. Быстрее, до конца. Дальше. Дальше. Еще. 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 Дальше. Дальше. Еще. Легче выдох. Еще. Угу. Голова не кружится? Ну, чуть-чуть. Сейчас посмотрите, будем проверять, что получилось у пациентки. Ну, это то, что можно. А если несколько раз, допустим, 5 раз прийти, улучшения еще будут больше? Да, лучше будет. Она будет лучше, но не идеально все равно. Ну, и на этом случае ну, тут тоже чуть. Но зато качество жизни же лучше. Броня меньше, не да, уже броня здесь меньше. Уже сейчас скажите, Вадим. Ну, вот этот пациент здесь очень интересный, но уже лучше стало. И верхняя часть уже допись. Мягче стало, да? Руки под лобик ложите, пожалуйста. Расслабить надо, не держать. Это. Она расслабить. Расслабьте ногу, чтобы она сама упала. Не трогайте, не напрягайте, пожалуйста. Просто вот нет. Бросьте ногу. Расслабьте. Вот он поднимает, а вы нет. Ладно. Так. Так, Вадим, давай я поснимаю, ты сделай натягивание. Угу. С другой стороны, как вы хочешь. Пальцы шире. Шире пальцы, да. Чуть-чуть ближе, чуть-чуть. О, нормально, вот так. Больше мягкости. Угу. Чуть сильнее, это слишком. Хорошо. Держите. Угу. Что, нормально, живы? Живы.
Вы рады, что попали на прием? Да. Правильно. А надо не запускать, как чувствуем боль, неприятные ощущения, тянущие, любая. Надо приходить. Не запускать себя. И быть к себе внимательным. И к своим близким. Близким тоже? Конечно. Ладно. Так потерпеть. Все равно мягче стало. Видно, видно, волна проходит. Мягкие ткани начали двигаться. Волна проходит. Ну да, вы когда делаете, там вот она вся идет, мягкая ткань. А то же стояла намертво. Заметно. Для этого человек я пришел, чтобы мы улучшение делали. Оздоровление организма. Так, руки вниз. Расслабить крылья, пусть они отдыхают. На бок ко мне лицом ложитесь. Расслабить лапки, не напрягайте их хоть здесь. Просто вот тут все, не трогайте их. Руку под голову. Во. Вдох, выдох. Еще. Еще. На другой бок. А вы ощущаете, как крестец расслабляется при этом движении? А вы ощущаете? Да. Ощущаете. А вы? Вадим, помогите мне с ответом, я не знаю, что ответить. Конечно, конечно. Конечно, расслабить, если не буду ощущать, у нас все разлетится на куски. Мы должны чувствовать. Так, расслабить. Дайте я на золото полюбуюсь. Вдох-выдох и протянуть воздух. Еще. На спинку. Что, вы недовольны? Довольны. Так радуйтесь. Так. Все, все, все. Не напрягать.
Сейчас дерну, не бояться. Угу. Готовы? Угу. Так, дергать мы не будем. Мы дергаем руки, хорошо? Угу. Так. Там нет варианта вообще. Не расслабляем. Близко. Угу. То есть еще по вот этому смотрите, надо так расслабляться. Ну, вообще никак. Тут можно два дня стоять и все. Не понимает человек, она бы хотела, но не может. Вот. А почему? Потому что она не была ни на массажах, ничего, она вот все время сжата. Понимаете, в чем дело? Вот. Я заметил, когда грудной отдел парапона, броня его называют, то человек плохо расслабляет, вообще плохо расслабляется. Сюда он близ. Голова не кружится? Руку за голову. Обратно. Это. Чуть вниз. Крутите головой по большому кругу. Как себя шейка чувствует? Хорошо. Голова не кружится? Ставьте на проверку. Идите вперед к дверям, ко мне лицом. Шире. До пола тянитесь. До одного носка, бледно сиреневого. Двумя руками, двумя. До другого. Есть болезненные ощущения? Вот здесь как ток. Чуть-чуть. Да, рано еще, мы еще не закончили. Руки. Хорошо, да. Так, руки вот так. Вот так руки. Головой резко крутанитесь. Ну резче. Вот руки, я что так вот не делаю, я их вот так делаю. Резко крутанитесь. Так, я говорю, резче, мощно. Опять руки сюда. Почему сюда? Я же говорю, вот так вот. Не надо их этот, вперед выгонять. Вот. Вот так. И другую. Так, 10 раз приседаний. Поехали. Быстро. Ага. Ну не так быстро, как бы быстро, чтобы вы начали. Не торопитесь. И слушайте, колени и крестец. Вы считаете? Нет. Почему вы не считаете? Вы мне напоминаете этого рассеянный с улицы бассейна. Видите, читали детскую сказку? Угу. Проверяйте теперь самочувствие, как себя спина чувствует. Нормально. Ну покрутитесь, повертитесь. Вы вот должны же проверить, что там у нас изменилось. Вы же боль там чувствовали. Как она сейчас? Сейчас нет боли. Ходите просто хотя бы на массаж куда-нибудь. Организм вас не чувствовал, что такое радость. Понимаете? Просто массажи. Вы меня слышите или не слышите? Слышу. Походите, потому что в Азовском районе есть массажисты. Есть. Вот, походите, присаживайтесь. Ну, правильно? Не хочет на массаж ходить. Присаживайтесь. Когда вы на массаж пойдете? Как запишусь. А когда запишетесь? Ну, я так работаю. А что у вас за работа? Я медсестра, я сиделка работаю. А, там вообще напряги много. Там тоже энергетика тяжелая. Дай Бог здоровья, медсестра. Можно одеваться. Не меня показывай, показывай людей. Нет, меня не надо, вам людей показывать. Мы показываем всех, кто участвовал в этой процедуре. А что ты себя там не показываешь? А, я...